Губернатор Мурманской области Андрей Чибис праздник Крещения встретил в Санкт-Петербурге. В город на Неве он совершил рабочий визит. Однако вечером во время прогулки с главой северной столицы он посетил одно из мест для крещенских купаний на Васильевском острове. И, конечно, Андрей Чибис присоединился к церемонии и окунулся в него. Своими впечатлениями от купания в Иордане он поделился в социальных сетях. Всех с крещением, здоровья, сил и удачи. Но главная цель поездки в Санкт-Петербург лежит в рабочей плоскости. С Александром Бегловым глава нашего региона обсудил перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе научной, гуманитарной и туристической сферах. Например, для популяризации Севера было принято решение с февраля запустить на экранах в центре Петербурга видеоролики, приглашающие гостей в Заполярье.